холодильник из ГАУ. Очень хороший холодильник. Мы им очень довольны. Ну, морозилка, в общем-то, сейчас покажу. Морозилка стандартная. Вот. Три ящика обычно. Один. Второй по глубине вот такие вот они. И там третий ящик. Так, что еще тут есть хорошего? Хорошего есть то, что тут есть эко-режим экономный. Есть режим отпуск, режим дети. Вот, то есть холодильник очень хороший. Сейчас он поддерживает такую температуру. 6 в холодильнике, минус 16 в морозильной камере. Полки. Вот такие вот полочки. Кстати, вот для яиц не было. Вот. Здесь внутри. Вот так вот. Есть. Фреш-зона здесь, вот она. То есть вот этой вот пимпочкой, если вы делаете вверх на чиллер, то получается там температура падает, становится практически нулевая. То есть там можно хранить колбасу, мясо охлажденное. Если вы делаете вниз ее, то она становится ящичек, как обычные в холодильнике. У нас здесь лежат продукты, поэтому включено. Хотя вот ближе к дверке вот такая вот температура, плюс один. Но если туда вот вглубь его положить, к стенке, к той, там даже подмораживается. Ну вот такой холодильник весь ГАУФ. Очень он нам понравился. Пищит. Мы им очень довольны.